Вот такие вот у нас дороги в России. Я отвечаю, кадр непостановочный и не смонтированный. Мост действительно похож на сито. Между бетонными плитами с десяток дыр. В каждую из них можно попасть колесом и влететь в ограждение. В этом мы убедились лично. Но находятся провалы прямо по центру. Может быть, поэтому до сих пор Бог миловал автолюбителей от несчастий. Причиной обрушения в том числе стали сгнившие балки перекрытий. Мосту, надо сказать, несколько десятков лет. Путь популярный, по нему едут отдыхающие ведомственные нефтяникам санатории, да и сами нефтяники, обслуживающие близлежащие скважины, а их здесь немало. Логично было предположить, что и ремонтировать мост должны нефтяники. В поселковом совете нам уверенно заявили, дорога и мост на балансе у нефтяников. В Башнефти от объекта открестились. У них в хозяйстве такое добро не числится. Обращайтесь, мол, в ваш автодор. В Краснокамском автодоре послали в администрацию. В администрации района получили мы неожиданный ответ. Дорога и мост без хозяина, то есть ничьи. Так никто и не признался, кто в свое время строил мост и кто оплачивал прокладку дороги. В конце концов, в местной администрации согласились. Кажется, они будут ремонтировать, но с одним «но». Сначала безхозяйное имущество нужно взять на баланс. Эта процедура по закону займет как минимум полгода-год. Ну а потом с Божьей помощью объявят аукцион. Пройдут еще месяцы, и только потом, если найдутся желающие, приступят к ремонту. А до тех пор автолюбителям, проезжая по этой дороге, придется быть начеку. Лилия Гарифуллина, Дмитрий Кузнецов. Время новостей.